Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FIFA сериала за Индонезию в Sid Meier's Civilization 6. Особые условия, но об этом всем в первой серии, так что лучше переходите к ней, если вы не в курсе, что у нас тут происходит, ссылка в описании, в прикрепленном комментарии. Лучше смотреть с самого начала. Ну а мои любимые спонсоры всей серии видят сразу. Огромное им спасибо за поддержку. Собственно, как и не менее любимым зрителям. Всем вам приятного продолжения просмотра. Брат, инстакать надо. Скажите, а это нацпарк в воде может быть? Вроде нет. Так, карточка на апгрейд стоит. Инк, ты должен анстакнуть юниты. Че я должен? Анстак юнитов. Из города вывести. Ну, в его случае это... Так, кто-то войны. Метки ставит, у меня резко все перестало ходить. Гал предложение. Так, это мы объединим эти. Хватит нам ли три штуки какой-то? Просто я думаю, сейчас еще мне какой-то наземных юнитов купить за ве. Или все-таки парочку еще линкоров. Ладно, давай еще парочку. Пока у нас уголь есть. Так, а какие тут наземные у меня? Кирасиры? Давайте кавалерию. Вообще так все тормозит. Внезапно. Так, а это я нефть нашел. Где? Под военным лагерем. А, нет, не под военным. Вот это нефть. Тут две нефти. Все на воде, к сожалению. Дима, видел? Подожди.
Так, что с алюминием есть? Это что должен быть? Где только, что-то я не понял. Там, посмотри, этот. Тут метки стоят. Ага. Венгр, можешь помочь? Где? А, вот он. Я... Войны идут. А ты уже? А, не, столько много тебе не дам, я... Ну, дай, пожалуйста, сколько можешь. Венгр жадина. 5к имеет, не делится. Надо на что-то самолетики покупать. Это, конечно, хорошо, но нужно сначала выйти. Ну... Давай не будем о грустном. Спасибо. Я тебе союз, кажется, кинул. Блин, а я угольную шахту не могу построить, да? Ну, я сначала хочу в электричество, потом ради портов. Тут, наверное, угольную можно было. Пожалуй. Блин, ими бы еще шпиона. Нормально? Так. Гал предложение. Германия просто компьютер, поэтому я не хочу с ним никаких отношений. Так, гипс. Не знаю, ну посмотри там его, сколько надо, отрегулируй, если возможно. Так, в Джамби угольная 4, нет, давайте строителя. Так, в Тернате надо угольную в очередь поставить. Сибар какой-то там что-то делает, кому-то войну объявляет. Так, кстати, а может мне тут... Стопают меня, а Индонезия вырывается вперед. Ну, я тоже лабы построил, как и ты. А ну хватит стопать. Ну хватит вырываться вперед. Давайте все ровненько будем, как минус 5-3. А он хорош. Атиня, фу, Атиня, My Life, а ты реально лучше на него действуешь. Ну, Дима? Ага. Ну, вспомни, каким был ты, когда до того, как мы познакомились. Ужас. А что случилось после первой порочки? Так, как бы мне этот город засветить? Я у человека ППшку не могу найти, это нормально? Брат, анстакать надо.
Так. Так, как он увидел Каперта? А, он сюда подошел просто. Фак. Кто-то еще успевает религию распространять? Мы стараемся как можем. Так, тут все сделано. Мне вообще больше рабочих-то и не надо. Надо тут убирать камень и ставить коммерческий район. Это какой-то прикол, я не понимаю, почему я не могу диверсию на производстве проводить. Не во Франции, не в... не у Гала. Инк предложение. Ладно, уберем. Давайте попробуем. Так, а сильно у меня тут вообще заливать будет, если что? Сейчас занят потом. Почему нельзя удалить бедного разведчика, который не нужен? Тут две клетки всего. Потому что он ранен, наверное. Но он мне не нужен. Он должен. Ну, вылечи его и вылечи, и тогда удали. А он лечится на воде? Не знаю. Лечится на своей территории. Ну, в океане. Добавишь суточку, сойдемся. Леша. Не, это дорого. Смысл. Ну тогда шпион у меня останется. Ну, что поделать. Тогда я тебя осуждаю. Да ты сразу же войну объявляй. Войну не, больше. Недружественные действия с твоей стороны. Да ты посмотри, какая здесь война. Как я могу быть дружественным? Гал, сволочь. Добро пожаловать в жесткий спорт, брат. Блять, где отхилить бедный танк? Не, вот тут надо угольную тоже.
Ты же там самолеты вышел, брат. Почему я сволочь? И ты, кстати, Инк, все еще в лидерах. Я не знаю, что ты. Это Гал говорит. Ну дай мне нормально развиваться. Давай заключим мир, все будет чики-пуки. Чики-пики. Когда у нас взорвалась бомба, ее уже не остановить. Брат, ты уже умер. Смирись. Да не. Ну что, нет. По крайней мере, ты точно не выиграешь эту карточку, это я тебе гарантирую. Кстати, а чё, Инг, ты реально... Как ты не успел забрать города немца? Там же один корпус. Да там, ну, что это за города, посмотри, там ничего у них нет. Это города. Единица больше нужна? Я заберу у тебя весь алюминий в империи, посмотрим, поиграем. А где у меня алюминий? Да у тебя вон, блять, везде, к сожалению. Не ругайся. Прости. Ну это мы еще посмотрим. Морской порт есть. Как он поставил? То есть им с них на не поставляешь. Лёша, ты читал комментарий под предпоследнее видео про Майя? Какой именно? Где-то он доснул про Ивана. Не знаю. Там было написано что-то вроде не он один тебя раздражает, надо таких людей банить. И он, в смысле, не только тебя он раздражает. Ну да, да. Не, ну в данном случае я предпочитаю просто не играть с таким, потому что банить в моем представлении все-таки это тех людей, которые, ну, ну как бы себя ведут неприятно, знаете, такие неприятные люди. Токсичные, есть слово такое? Да, токсичные, что ли. Он упарывается в игре, это просто с человеком лучше не играть больше. Ну как человек же он не... Как это сказать? Вот как вот мы недавно играли, там какой-то вот чувак был... Боже, я уже забыл. Вот My Life мы играли... Воланчик. Воланчик вроде, да. Ну это ж, блин, невозможно. Это просто какой-то... Душнилом просто нереально. Вот это неприятный человек, и неважно, как он играет. Так что, деда, на не? Отказано? В чем? Не, я всегда готов с тобой. А я тебе принял? Ты не принял? Я принял уже. А, да? Блин, отвлекли меня разговорами, как всегда. У меня вообще ресурсы на нашей империи. Просто какая-то лють. Что самое забавное, забрал вроде бы немца. Ну, тут, конечно, это... Вот я тупее. А чё у немца нет нифига, кроме алюмова? Вообще просто голяк. Типа нефть на воде, есть уголек. Ну, на воде ты же не можешь. Я ж не пошел в этот, в пластмассы сразу. Для меня это медленная нефть. Я закрыл пластмассы. Но... Я не видел просто куда. Я увидел лабы. Ну, пойду закрою лабы. Точнее, я лабы не видел. Я закрыл авиацию... Самое обидное, что у меня союз апнулся после того, как лаву открыл. Так. Ну, что, уголовый уголь закончился? И у всех? О, финики. Финики, предложение.
Вот тут, по идее, должен быть. Сейчас посмотрю. Кстати, а чё не построить Джебель-Баркал? Посмотри лучше, какие к тебе караваны ходят. Ну так и у меня к тебе вроде ничего так. А, подожди, а почему? А, ты эту взял? Демократию? Ну да. Угу. Так, не знаю, не хочу здесь аэродромы. Эти пока исследовательские гранты. Венг, дай, пожалуйста, такую сумму. Там 1200, мне для самолетиков надо, пожалуйста. Митва. Благодарю. Можешь еще вкидывать туда? Пока да. Ну, как по факту, получается, какие-то тиммерсы. Ну, очень это похоже. Тиммерсы поинтереснее, брат. Два хода. Так, ну и почему я не могу здесь? Ты за партию хочешь? У меня военный инженер 85 голды стоит. My life. Mm. Ты за партию хочешь? Почему я не могу здесь поставить? Почему? Все возможно. Не, я могу еще кинуть, если ты не хочешь. Давай лучше это. Вот кто у вас на суше херней занимается, вы же понимаете, что вы эту игру сейчас отдаете Тидоне с этим. Потому что мы их по морю не можем перебить в связи с тем, что это Дидон у нас этой хренью, с этой бухой. Да у них очень венецианка, мы не придем. Да даже если бы у нас была венецианка, все равно там просто быстрее. Но она видно, правда. Так, а где у нас авианосцы? Фиг знает.
Так, блин, я же алюминий хотел обработать. Собственно, за этим и покупал все. Так, мне одно очко надо. Отряд спецназа. Ну, давайте. Джибель Баркал, кстати, помог выйти. Реально не понимаю, почему я не могу здесь поставить. Ну да ладно. Уже не разберешься. Так, в Бадунге давайте вот тут аэродром. Ага, тут фабрика не работает никакая, значит, надо... Хотя, подождите, где соседство-то повыше? 3? 4. Тут будет 6, наверное, факне. Давайте пока уберем. Честно, мозги плавятся, вообще не понимаю, что делать. Чмошники какие-то. По факту. Да, кстати, повредить дамбу не... Такой кайф был. Подожди, Ну, да, конечно, мы уже помогаем. Так, плюс 5 дальнобойность. Да, я тоже запретил бы. Там голосование, братья. А, блин. А у меня нету, в общем, голосов, ясно. У меня зато до сих пор есть корпус лучников. А вам слабо? Ну, корпус лучников имба, по факту. По факту. Thank you.
Я бы реформу денежного обращения брал. Что с крутые караваны. Канада предложение. Инк предложение. Гал предложение. Венгр предложение. Ответочка Канада. Я до сих пор этот алюминий не обработал. Блин, это уже топится, что ли? Фак. Эх, ну тут уже минус, конечно. Но минус священное место, к сожалению. Три армии или армады. Ладно, пошли в мобилизацию через демократию. Так, у меня одна канализация точно есть.
тут можно купить? Атиньо, ты видишь гору Тенгер слева от Банджармасина? Да. Почему у меня тут этот национальный парк не хочет ставиться? Хочет подсказать, но врагам не подсказывает. Правильно, не буду жить на руках. А ты хочешь именно на горы поставить? Ну, я думал, там как раз ставится просто, чтобы ничего не... Клетка должна быть не горой. А? Клетка не горой должна быть? Ну да, хоть одна. Ясно. Хотя, может было оставить. Пока не затопило, аквапарк хоть построю. Или посмотри, там что есть у тебя. Релек. Да. Да, господи. Я кинул трейд, посмотри. Я не понимаю, почему ломают дамбу финикийцу, но, блин, страдает этого я. А тебя тоже заклило? Он тоже помнит? Да. Хотя я не понимаю, вот у меня две клетки, как бы, грубо говоря, ну, на реке, в которой моя дамба стоит. А много там это вам поломало? Я просто две дамбы сломал в это время. Ну, у меня фермы просто. А, ну, не страшно. Тогда неинтересно. Ты меня обрадовал, я думал, там что-то серьезное. Союз? Союз нерушим. Пропустил, блин. Тебя?
Он что-то перекликивает меня вообще тут. В течение всей игры. Ну. Нет. Интересно, если я Мумбай заберу, мне его... Инская империя признает свое поражение. Гал, ты же этот трелёк, да? Да. Таня. Ладно, я пойду, если никто не против. Моя столица уже пала. Спасибо за игру. А чем он тебя так продавил? Ты ж вроде опережал его по науке. Я отвлекся, я пошел помогать венгру войсками, и в этот момент меня ударил Гал. Я не успел там буквально в несколько ходов выйти в танки и самолетики, и 5-6 ходов опередили ход событий. Да, так бывает. Три армии или армады? Ну я ж не вышел, да, в мобилизацию, поэтому три армии или армады сделать не могу. Предложил союз? Нет. А какой мы хотим? Какой хочешь. Давай тогда военный. Канада, предложение. А тенью ответный. Не вышел? Человек еще очень плохо клацал. Ну, плохо дрался, в общем. По-моему, сейчас убьется просто мой броненосец, поэтому не буду атаковать им. Ну, мне надо, что... Ну, я вообще высажусь, я буду видеть Мумбаи, правильно? Угу. А, ну правильно, он не захватывает город, фак. Господи. Не тот юнит. Так, мне бы танк на самом деле. Нефть есть у кого-нибудь?
Атинию предложение. Можешь мне этот уголька накинуть? Я... Не, я уголь сам покупаю постоянно. Так, у меня же, смотри, линкоры, у меня содержание большое. А кто там уголь продает? Блин, кто бы это ни делал, ты гений. Ну, спасибо. Мне инк, например, спалился. Мне инк продавал. Так а чё им не продавать мне уголь, расскажи. Не, ну правильно, сейчас вы доберете нас, потом придете, убьете всех их. Отлично. Да, мы ж уже несколько городов у вас взяли. Вы их пока не захватывали, просто так. Блин, тут еще нету академии. А я где-нибудь академию построил уже? Да, вот здесь. Так. Буду просто кампуса, очевидно, грабить. Стакан сока выиграл в казино. Не понял. Три семерки. Ха, неплохо. Минус 16. А вот авианосец. Наверное, все в исследовательские гранты пойдем. В Плимпанге, кстати, ну ладно, пускай. Тут я пропущу ход, и авианосец можно будет сделать. Ну, забавно, все со всеми воюют. Необычно. Они сидят, домики строят. Я тебе, брат, когда, значит, предлагал пойти? Пошли поиграем в тиммер. Пошли поиграем в БГ. Ну, потому что командно это другое. Все равно это другое. Не, ну, понятно, что... брат, я сижу один. Как у Колд. Никто со мной не хочет. Я с тобой. Канада с тобой хочет. Канада, если что, кидай свою, если готов.
Мне кажется, у вас выбора нет, и вам придется съесть еще, потому что вас становится и ряд. Еще ходов 10, то надо убить следом. А, да? Ну вот. О чем я говорил, пока типа вы там херней занимались, лидеры просто улетели. Ну то есть херня, я полконтинента съел. Ну я понимаю. Хватит жрать, запарил. Да, в натуре, Рилёк, выпил. Я сижу что посередине, а что мне делать? Мне воевать против этих? Просто не успеваю выбрать. Воевать. Или против Лёши, который нет, тоже это не в первый раз играет. Это еще к тем, кто остальным, которые ничего не делали. Там, типа, зачем вы там между собой. Ну вот, почему вы между собой дрались? Тут основной вопрос в этом. Так а что так ему нет, делать? Расскажи, хорошо, что нет, ему за галов делать? Нет, ему понятно, но ему почему он не дрался с вами, почему он не заключил союз с тем же. Мне зачем драться с людьми, которые очень хорошо клацают кнопки и умеют играть в эту игру. И я пошел на игрока, который слабый. Ну то есть ты же сам понимаешь, это выгоднее намного. Я получил его города. Ну, типа, я так, самолетики. А Тинью там эти истребители у Франции, так что отводи. Что, на ушко? Это брехня. Типа я понимаю, если бы я с человеком тут воевал 300 лет. Не, я брат, его... там не только к тебе претензии. Так, типа ты же не один там на континенте, если победить. Тут на континенте я, Канада... получается Лёша и Атиния, потом я посередине сижу, сверху немец, который, ну, первый раз походу видит эту игру. Ну и что? Блин, то есть... Ну и справа инк. Повредить дамбу на два уровня выше, а кто-то вложился так? Наверное, те, кто тебя подрывает. Франция, дамбу. Вьетнам. Мне никто не подрывает, в том-то и дело. Посмотри, пожалуйста, сделку нам. Да подожди, я что-то в карточку. Плюс я начал воевать, я вышел опять в танке. О, есть танки, уже уран. Нефти нет. Вот что мне с ней с этим делать? Брат, а было бы БГ? Лично. Было бы у девочки кое-что, было бы мальчиком. Блин, откладывал для... на авианосец. Ладно, я авианосец могу за Веру было купить. О чем подумал. Так, я еще раз спрошу, какая, что может быть, что у меня шпион не может проводить диверсии на производстве? Возможно, какой-то баг, потому что у нас порой шпионы пропадали в играх. У меня вообще линзы не включаются на горячие клавиши. А, слушайте, подождите, я подумал, а может это такая же херня, типа, как вот великий человек, который должен быть в кампусе, он не работает на уникальных этих районах, так и здесь, может, нельзя провести... На производстве на уникальном районе Гала? Вот это ты не спалился, конечно. Так а я... Ну так, блин, вообще на самом деле я же сначала у француза пытался. Наверное, все-таки... Не в этом дело. После фразы француза я как бы... Ну, когда ты тогда еще сказал, я везде тут посадил всех шпионов. Да нет, дело не то, что не проходит. У меня просто нету даже этого меню. Это реально не промзоны. Слушай, возможно, это как-то по-другому сделано. Да нет. Нет? Тогда, Лёша, а зачем ты мне пытаешься промзону? Да я просто хоть, я хоть кому-то куда-то отправляю, типа, так я не пытаюсь, у меня нету возможности. Я просто сначала у француза хотел, ну, то есть против француза я играю. Не получи, ну, то есть нету меню. Я просто кинул в ближайшем, где было видно промзона. Кинул, нету все равно этого меню, понимаешь? Не знаю, правда. Первый раз слышу о таком.
Гал предложение. Пропущу ход, я следующим ходом у меня будет. Блин, вот это достаточно вот, конечно, урана. Из уведомлений теперь приходится щелкать излишне. Бедняжка. Отложу производство здесь. Чекайте ученого. Да, ну, ну такой. Ну что, у нас кто-то вылетает? Там Леша со всех ног читает. Нет, я играю с вами в ЦИУ, я не читаю ничего. Бери, пожалуйста, метку. Слушай, а что это за... Тут у меня вот эти корабли стоят, хрен знает сколько корабль времени. А, время закончилось. Я, короче, звуки убрал, и теперь так забавно играть. А, да это этот был. Так, там перекупили Женеву, очевидно. Но я уже устал туда отправлять послов. Честно вам скажу. Так, тут надо сразу вдвоем высаживаться. Какие звуки? Нет никаких звуков. Как кто-то обойдется? В Тернате назначу. Так, и этого в гранты. Потому что в голове звуки. Ну вот сказали вы, а страшно мне. Правильно. Это же просто. Ну да, посмотри, какой аквапарк в горах. Сейчас, брат, подожди. Их не вижу. Почему так публично осуждает? Да, прикольно. Не, ну вообще интересно, так вот идея. Приходится использовать то, чего обычно не используешь. Мозг, да? Да вы прям не читаете. Мы там про механики. Шла речь. Там уже ядерный синтез изучается. Чего? У кого? У фиолетовой, у Дидоны.
Подождите, я тиражный синтез, а мы с термоядом? Без. Без. Что это не мешает ему? Ну, это технология, в смысле. Блин, интересно, что за ней? Брат, я думаю, мы это скоро узнаем. Блин, Финики, у тебя так много урана? Да что ты. Как-то злобно это звучало, брат. У меня вообще какой-то это, нервный. А кто? Мы не сообщались. Ну, это было предсказуемо, на самом деле. Надо было давно ждать. Понятно, но... Так, вот я бы сюда посадил. Маджипахит. Знаешь, наши полномочия все. Вы там проиграли уже? Нет. Ну там ядерки, мы все проиграли. Так, ну у меня тоже. Ну а что ты против двоих сделаешь? Там у двоих ядерки? Ты как думаешь, у них науки посмотри. Ну вот. Что, собственно, следовало дать? Да это челы просто у себя сидят, чилят. Да то есть, я делал максимум, что я мог. Да ну я к тебе это нет про претензии. Претензии к челу, который на инке решил в тебя упороться. Так он не поролся, он помогал своему эту. Короче, тут был... Вообще-то этот гал в инка вошел. Тут смотри, тут был венгр. Венгр пол игры помогал почему-то... Фу, венгр. Тут инк помогал венгру пол игры. И они почему-то вдвоем не могли справиться против финикийки. От слова совсем. Нет, от него... Какое-то время отбился, был. Да ты не отбивался, мужик. Я на тебя просто не шел. Какой мне смысл идти на трех линейках на тебя? Не, ну ты ж начал атаку на город. Так я пошел грабить тебя, мужик. Я снес тебе город, нет? Ну, тогда нет. То есть я спокойненько вышел в танки, вышел в самолет и пошел сносить. Ну я аналогично. Об этом речь, что. Какой мне смысл сидеть, упарываться, строить сраную линейку, ух. Да, плюс у меня то же самое было. Я сделал там прибилды корпусов, керамики. Хочу спросить, что пофигу. Но тут победит один. Но тут еще может все быть очень интересно дальше. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!